Вау, всем привет, топчики! С вами Димон Про, и сегодня я вам хочу, то есть не показать, а точнее будет сейчас разбор официального трейлера Evil Nun The Broken Mass. Да, все же вечером вы можете не ждать от меня реакции и разбора, а сейчас уже, что у меня теперь есть время. Ладно, слушаем. Сначала посмотрим, а потом разберем. Welcome to Eagle Junior High School Summer Camp. Here you will meet friendly and jovial boys and girls like you. We will spend the day playing and having fun without forgetting to pray at night. Come and enjoy our camp. Play the game now and join me. We'll have a great time. Не, ну вообще, официальный трейлер просто бомба, вышка. Та-та-да, прям класс. Теперь давайте разбирать. Мы видим сейчас одну из концовок самой официально, в самой игре Evil Nun на мобилках, где нас закапывают. И вот это сейчас был кадр из второй концовки, плохой, где нас запирают в прачечной. Да, парковка самой школы Eagles. И вот домик Уильяма. А давайте же перевод сейчас поставлю здесь. Добро пожаловать в летний лагерь злой Иглс и непонятно. О, вот помните, вот раньше мы вот когда видели, ну, кадры из Твича, как раз сама, вот того чувака, который разрабатывает саму игру, как я и забыл его имя, то там мы его в этой будке могли увидеть глаза белые. Тут темно. Типа модельки тогда у Ильяма не было, а вот она. Еще у него такая краска подсвечивается на его же руках. А и типа он так испугался. Смотри, сзади тебя кто-то там стоит. Вот так, типа. И лупасит по морде. Еще от новогодняя какая-то музыка еще идет. Here you will meet. Здесь ты встретишь, конечно, таких же дружелюбных и веселых мальчик и деву, и девчонок, как ты. Да. Мы приходим, нас она хреначит, монашка нас своим молотом, а потом уносит. Friendly and jovial boys and girls like you.
И вот эта вот шкатулка, где лежит сам ключ, мы вот бежим, упаковываем. И спотыкаемся, и разбиваем посуду, и вот выпадает ключ. И монашка же это все слышит. Мы проведем день, играя и веселье. Веселье. Да, веселье, веселье. Не забывай молиться ночью. Приходите и наслаждайтесь нашим лагерем. Прям идеальный лагерь, ставлю 10 из 10 из 10 молотов монашки. Все. Такое все у нее лицо изуродованное. Мешки под глазами, глаза светятся беззубые. Да. Сумасшедшая так-то все. А вот это, кстати, кадры из консценки. Как и первую, как самой Ивилнан на мобилках. Так, что это у нас было? Часть лампочки. Вот монашка у нее, она теперь, вроде как раньше она не особо лыбилась. Вот я вам сейчас могу показать лицо, хотя нет. Но она так не особо лыбилась. Но она за нами не бежала, но вот она просто за нами так ходила. А вот тут прямо чуть-чуть бежит. Это значит, режим у нас normal extreme. И вот еще она стала улыбу давать больше. О, вот как, кстати, в игре было, берем метелку, ну, на потолок, двигаем его слегка, потом выпадает тут лунч. Рычаг какой-то. Отпечатки, тут открываем дверь в другую часть школы игл. Ну, она прям охраменная, это я бы сказал, замок прям. А зачем нам выкидывать туда ее? Сейчас повторюсь, кто не понимает, это кадр, вот это сейчас кадр из консценки. Самой игры. А, я это видел момент, где она, где добрая монашка, точнее, сестра Филиппа тут разгружает одежду. Ну, тут у меня предположение, вот смотрите, в демо-версии это как и полная, но там будет только доступна одна концовка, это сбежать из школы. Я ее видел сам тоже. И, в общем, концовка, это когда мы уже купим игру. Концовка у нас сбежать из прачечной. Да, спасая детей с Уильямом на его же будке. Ну, как было в первой части, то есть в мобильной версии. А тут мы будем тоже седать внутрь сюда. И мы с сестрой Филиппой уедем куда-то. И вот тот самый таймер. Скорее, вот это вот, кстати, вот он, видимо, не будет доступен в игре нам. Ну, чтобы войти туда за этим книжным шкафчиком. Только в полной версии мы сможем войти туда и войти в сам бункер. Там тоже, видимо, будут у нас головоломки, только иначе. Или такие же, как были в моей мобильной версии. Получать куски маски. Она же, как бы, игра называется «Сломанная маска», а нам нужно ее собрать. Айскрим, Эвилнан, мистер Мид. Плюс 350 миллионов скачиваний.
типа, если собрать все скачивания с этих игр, то получается 350 миллионов. Ну да, я очень жду эту игру, хочу уже поиграть очень. Buy the game now and join me. Покупайте игру сейчас и присоединяйтесь ко мне. Да, только надо ждать 31 октября. We'll have a great... Мы отлично проведем время. Да. Кто ждет игру, ставьте под видео моим лайки. О, я очень жду игру. Кто у нас? Да, блин. Твоя мышка. Да чё тебе за... Так. Ну, через 9 дней уже так точно выйдет игра. Вот, да. Ну, в общем, пока что будем заканчивать. С вами был Димон Про. Всем пока-пока. Да ну мышка, блин.